США более 100 тысяч квадратных километров газонов. Гордые домовладельцы тратят в среднем 65 часов в год на скашивание травы. Мы покажем вам, как собирают очень быструю машину, способную подстричь газон за считанные минуты. Как это сделано? Шарлотт, Северная Каролина. Здесь расположен крупный исследовательский центр. Именно здесь за несколько лет и была разработана, испытана и произведена самая быстрая газонокосилка в своем классе. Разработка и производство супербыстрой машины предполагает переработку всех деталей газонокосилки. Инженеры использовали новейшие технологии, чтобы детально рассмотреть все схемы. Необходимо убедиться, что каждая деталь справится с дополнительной нагрузкой, которую создает большая скорость. Очень сложно разработать прочные детали, которые справились бы с дополнительной нагрузкой. Созданные на компьютере схемы позволяют нам взглянуть на каждую деталь и посмотреть, все ли работает как нужно. Затем мы можем протестировать деталь на компьютере. Компьютеры позволяют инженерам посмотреть, как различные материалы выдержат повседневное использование. Следующий этап – воплощение компьютерного проекта в жизнь. Прежде чем запустить массовое производство, из пластика изготавливается полноразмерная модель каждой детали. Из такого же материала делаются конструкторы Lego. Станок наращивает слои пластика каждой толщиной в 0,01 сантиметра. Это прототип шкива, который поможет развить более высокую скорость. Станок сделал этот шкив особенным. Следующая задача – превращение пластикового прототипа в сталь. Новая газонокосилка на 95% состоит из стали. Вырезать детали стали – сложная задача. Пока резак выпиливает металлические детали, струи воды охлаждают их, чтобы не допустить дефектов. Новый стальной шкив будет передавать движение ремню газонокосилки на более высокой скорости и производить больше мощности, и это сделает газонокосилку еще быстрее. Пусть это и самая быстрая газонокосилка на Западе, но ее главная задача – косить траву. Далее на нее устанавливаются три очень острых лезвия из углеродистой стали. Лезвия очень острые, а их изгиб при вращении создает всасывание воздуха. Вращаясь на скорости примерно 6 км в минуту, эти лопасти засасывают воздух и поднимают траву, чтобы лезвия смогли ее срезать. Устанавливается 725-кубовый двигатель мощностью 24 лошадиных силы. Донкан тестирует газонокосилку весом 208 килограммов, прежде чем допустить ее к производству. Хороший звук. Нужно проверить ее на улице на полной мощности. В реальном мире не бывает идеально ровных газонов. Эти машины должны справляться с самой сложной работой, поэтому им приготовили очень сложное испытание. Уэйн Эллис разработал настоящую пытку. Груз на сиденье исполняет роль оператора. Тест будет длиться 11 дней. Это равняется 700 часам работы в реальном мире. Газонокосилку подсоединяют к динамометру, который измеряет момент силы, который производит двигатель. Крутящий момент у мотора этой газонокосилки больше, чем у двигателя V8. Мощность хорошая, но справится ли машина с неровной поверхностью? Гидравлический станок с четырьмя стойками крутит и поворачивает шасси, чтобы проверить, не треснет ли оно. Мы создаем эффект неровной поверхности, и мы не остановим этот станок, пока он не расколет нашу газонокосилку пополам. Чтобы воспроизвести эти условия, вам придется проехать на газонокосилке по горам. Но ничто не сравнится с проверкой на реальной поверхности. Команда из 30 операторов выжимает из газонокосилок все соки. Они заставляют их работать вдвое дольше ожидаемого срока службы. Но
Новая газонокосилка мощная и прочная, но ей предстоит еще одно испытание, пожалуй, самое важное. Кто будет самым быстрым? Скоростная газонокосилка выстраивается в ряд с соперниками. Трек готов. Напряжение нарастает. Момент истины. На старт, внимание, марш! Гонка началась. Зеленая машина хорошо стартовала. Но новая газонокосилка вырывается вперед, развивая скорость до 12 км в час и оставляя медлительных соперников далеко позади. Хорошая гонка, но мы были на милю впереди. Но следует отметить, что для них это была дама.